Я запускаю новый проект «Деньги от апостола». Выплаты вам за информацию. За август и сентябрь месяц я выплатил более 4 300 000 русских рублей. Плачу я за различную информацию, начиная с геопозиции складов боеприпасов, различной техники, до расположения личного состава. Выплачиваю на крипту или выплачиваю на карты банков РФ. От 50 до 250 тысяч русских рублей за одну позицию. Выплачиваю сразу после подтверждения предоставленной вами информации. Общение будет проходить только в WhatsApp. Для проекта будет создан телеграм-канал, в котором будут новости и объявления. Телеграм-канал написан, подписываемся. WhatsApp тоже написан. Спасибо. Вас как звать? Владимир. Владимир? Да. И меня Владимир, я журналист. Вы, главное, не волнуйтесь. Представитель администрации, он здесь для того, чтобы меня защитить от вас. Понимаете? То есть он, ну, мы можем просто с вами пообщаться нормально. Ну, вдруг вы будете бросаться на меня там. Ну, я не буду вообще. Я понял, я шучу. Не, это не обязательно. У нас общение относительно обмена. Вы писали на обмен? Да. Вы хотите на обмен? Да. Сколько лет вам дали? 5. 5 всего. И вы хотите на обмен? Ну, так. А сколько сидите? 15 октября было полтора. Полтора было, ага. Ну, смотрите, то есть, если даете добро, пообщаемся с вами. Не даете добро, не пообщаемся. Ну, по поводу. Но если чего? Общаемся, то свободно общаемся, без напрягов. По поводу вашего дела, по поводу ваших мотивов совершения того, что вы совершили. И вообще, совершали вы это или не совершали, я же ничего не знаю наперед. Ну, это где-то выйдет, я так понимаю. Конечно, на Ютубе. У меня на канале. Ну, я вообще против. Против, то идите, если вы против. Я не хочу. Я же не буду вас заставлять. Не, это вам нужнее, чтобы вас увидели и на обмен забрали. В принципе, это самое, давайте. Только если не будет таких провокационных вопросов каких-то. Вы прям так как-то поменяли свою позицию моментально? Ну, пускай, в принципе, не терять нечего, то есть как бы... Конечно, конечно вам терять нечего. Все, что имел, я уже потерял. Вот именно. То есть мы общаемся в рамках того, за что вас уже осудили. Вы даете добровольное согласие на запись и публикацию этого видео? Да. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, откуда вы? Телюкин Владимир Владимирович, 7 января 1976 года, угу. Красноармейск, сейчас Покровск. Так. За что осудили вас? Статья 436-2. В общем, лайкал фотки в одноклассниках. Лайкал фотки в одноклассниках? Да. И все? И все. Можно почитать ваш приговор? Да, конечно. Вот он здесь есть? Конечно. Как бы, чисто чтобы понимать, там, вообще я вас сразу спрошу, тут правда в приговоре или неправда? Ну, насчет распространения это неправда, что-то распространение какое-то там еще приписывают мне, какую-то, типа, как сказать... Агитацию, угу. Что ли, не агитацию, я ни слова не говорил, ни слова не написал, то есть как бы просто тупо лайкал фотки и все. А, вот, смотрите, 21.03.22, там-то, вы правильно говорите, в такой-то адрес, такой-то аккаунт в Одноклассниках, с дизнем поширения посту спильноты отстоим бомбас. Поширивало? Ну, я не знал, что поширивать, не поширивать, я просто лайкал. Причем на сети, которые заблокированы в Украине. Да. Ну, короче, вот, значит, и подпись. Юлия Чечерина выступила перед русскими воинами на освобожденной территории Запорожской области. Певица, поддерживающая борьбу Донбасса с 2014 года, прибыла на просторы Новороссии для поддержки боевого духа бойцов и все такое. В общем, здесь не забудем, не простим, не сдадим, отвоюем. И вот такой вот, такого вот характера текст. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот, жители Донбасса, да? А Запорожская область при чем здесь? Это тоже уже Донбасс? Я лайкал, допустим, вот по поводу этой фотки скажу так. Я лайкал просто потому, что мне нравится творчество Юлии Чечерины. Это зафиксировано
в допросе, когда меня допрашивали в СИЗО следователи. То есть, ага. Как-то так. Именно с этих мотивов все. То есть вам нравится песни Чечерина нравятся? Как певица, да. Как певица. Ну, я в силу того, что я музыкант, то есть тут. Чем занимаетесь? На чем играете? На гитаре. На электрогитаре, да, наверное? Да. Вы в какой-то рок-группе участвовали? Ну, когда-то было, когда это самое. Ага. В основном для себя. И вы, ну, я так понимаю, что вы фан Чечериной, но. А ну, не сказать, что фан, ну, как бы, ну, нравится творчество. Ну, политическую составляющую вы вот эту вот поддерживали, которая в этом посте написана, или нет? Я не смотрел, что там, какой пост, просто по фотке и все. Так, ну, в целом, позиция ясна. Но в следующем посте, о котором здесь идет речь, там-то опять-таки по такому адресу з такого-то аккаунта поширив пост користувача Тетяна Васильєва Антоненко зі змістом, який містить напис «Наші парні ворвались в самий центр Маріуполя». І все по тексту. Здесь нет Чечерина. Почему этот пост вы поширивали? Ну, мне, я насчет поширила, это уже мне приписали, что я поширила. Просто лайкал фотки вот эти вот и, ну, собирал себе в аккаунте. Собственно, и все, всего лишь. Для просто ознакомления информации. А то, что как бы... В принципе, приговор есть, то есть как бы тут... Там, тут есть приговоры, соответствующие экспертизы, и вроде как это действительно распространение, а не просто лайканье. Так что я ж не суд, не могу. Ну, меня уже судили. То есть, да, как бы я, то мне есть оправдываться перед чем-то. Ну, согласен. Ну, тут. Опять-таки, еще одно распространение. Ну, читать уже нет смысла, потому что вы говорите, что вы не распространяли, а просто лайкали. Хорошо, а с содержанием вот этих вот постов вы как бы согласны, как пользователи? Некоторые согласны, некоторые не согласны. Это то есть от времени того, что, допустим, что было, что сейчас есть, и что будет, то есть в таком плане вот. Что было, что есть, что будет, да? И я собирал их просто, ну, ради того, чтобы они у меня были на странице и все. А то, что распространять, не распространять их, тем более это никаких у меня не было ни комментариев, ни с кем не общался по этому поводу. Это и просто есть распространение. Ну, если вы сохраняли их себе на страницу, то есть это и есть репост распространения. Ну, моя ошибка. Да я же не об ошибках, я просто уточню чисто технический момент. Вы говорите, я не распространял, а получается, все-таки распространял. Тем более сеть Одноклассники заблокирована в Украине. Вы повторно об этом говорите, и это, ну, все знают, но вы что, не заблокированы в Украине? Понимаете мою мысль? То есть сеть заблокирована, но вы как гражданин Украины? Пока да. Пока да. Вот вы как гражданин Украины пробираетесь, получается, на вражескую заблокированную сеть и начинаете там репостить поддерживающие агрессивные действия России посты. Вот, ну так, а я просто не пойму, какое зло этим причинило. Вот это вот единственное. Поддержка и агрессии? Ну, это мои мысли. Просто тут, ну, это тупо мои мысли. Правильно, а потом выходит Путин такой, садится и говорит, вот этих вот людей... таких вот несчастных, как вы, там притесняют, короче, в Украине. Мы это видим вот даже по соцсетям, вот они вот пишут, репостят. И поэтому давайте-ка, наверное, шмальнем баллистикой по Украине. Кинем по 6 направлениям танки. Да нет, ну такие... Послушайте речь Путина. Не, вы его у меня нету информации, чтобы слушать и что-либо это самое. Ну, я вам говорю о том, что в этой речи он как раз основывался на вот этих вот бедных, несчастных людях, которые как раз вот жалуются о том, что мы вот их тут вот притесняем, вот, и все так. И вы об этом пишете, вот. Я ни слова не написал. Репостите, опять же, повторюсь. Репостите. Ну, хорошо. Ну, то, что я репостил, ну, во-первых, ну, я не знал, что я репостил, в силу того, что не знаком, как, типа, сеть вот и работает. Это вы что, просто что говорили, что вы их оставляли на странице? На странице, просто на того, чтобы просто на странице, чтобы они просто у меня были, и все. Так как вы не и знали? Вот именно с целью с этой, и все, всего лишь. Как меняется, допустим, вот с того же самого 13-го, и вот, ну, то есть, ну, чтобы была какая-то вот такая вот. Ну, и тут же вы говорите, что вы не знали, что вы...
Ну так они у меня на странице. Я никому, то есть никого не приглашаю, никто, никто не то самое. Ну это же это, и тем более это распространение, там... это распространение пророссийской пропаганды в соцсети. Ну теперь я уже понял это. Слава Богу. А так-то в целом больше я тут ничего такого и не вижу. Ну, больше так, ничего и нету. Вот всякие что тут связано с буквочкой Z, например? Я уже не помню. Российский солдат снова спасает Европу от фашизма. Это ваш пост и буквочка Z. Ну, ваш пост, не ваш личный. Не вы его лично написали, а вы его репостнули. Скажите, пожалуйста, от какого такого фашизма спасает Европу русский солдат? Нет, это комментировать не буду. То есть, как бы, ну, я не знаю этих всех делов, короче, то есть, как-то так. Просто так, если посмотреть, то русский солдат это и есть новый фашист. По существу. В силу того, что у меня нету информации по этому поводу вообще. То есть, у меня нету сейчас информации последнее некоторое количество времени. Я не могу сейчас давайте судить, не рассуждать, будем как-то друг друга, так вот это. Значит, то есть, вот начать так. Этой историей, да? Если у вас нет информации, на то время она у вас вроде как была, когда вы репостили, но вы все равно говорите, что вы не знали, что вы репостите, да? Ну, на я то время собирал, у вас была информация? Ну, я собирал на свою страницу, опять же информация какая? Информация с украинских каналов, то есть, а доступ... Русский солдат освобождает Европу от фашизма, это с украинских каналов? Подождите, на украинских каналах, допустим, говорят одно, в сети говорят другое, то есть, ну, других источников нет информации, как бы у меня не было никаких. И чтобы сравнить, допустим, что говорят на украинском телевидении и, к примеру, там, что говорят люди, то есть, в силу того, просто собиралось. Ну, вы 5 лет в результате всего получили. Все равно вы хотите на обмен, вы хотите, чтобы вас выдали в Россию, вместо вас выдали украинца, который понимает информацию, да, и да. Таких постов себе не сохраняет на страничку. Да, вот это вот наша основная цель, да, сейчас. Обратитесь, пусть вас заберут. Ну, у нас запись с этой целью идет. Как я могу обратиться? А вот посмотрят вот вас там в России, значит, кто у них там занимается этим вопросом. ФСБ, общественная какая-то палата у них там есть при Госдуме так называемой. Вот посмотрят, вот обратитесь к ним. Ну, а смысл, что я буду обращаться? Ну, чтобы вас забрали. Ну, вы же для них свой. Судя по тому, что вы писали. Если сделать вид, что мы... забыли и не хотим докапываться. Я не хочу никому обращаться, как будет, так и будет. Я заявление писал, то есть, ну, вот как-то так. Все, в таком случае, удачи вам. Правда, не знаю в чем. Ты мог идти? Да. Представьтесь полностью, как зовут вас, имя, имя, дата рождения. Меня зовут Бубякин Ян Эдуардович, я родился в 72 году, 14 апреля. Бубякин фамилия. Да, в городе Владивосток, Российской Федерации. Угу. Вы гражданство Украины имеете? Да. А дата рождения ваша? 72 год, апрель. А где жили в Украине? В Краматорске. В Краматорске? Угу. За что вас осудили? У меня 14 статья распространение информации, не озвученной Минобороны. Угу. И распространяли они? Ну, если распространял, то не осознанно, грубо говоря. В любом случае я попал под эту статью, а мне приделали все остальное. Ну, неосознанно. Понятно, ну, что неосознанно в общении, это точно так же, как вы общаетесь с соседями и точно так же распространяете информацию. От меня никаких убытков, ничего, а там я не буду вам рассказывать, как все получалось. Чего? Что я получил эту статью. То есть, неважно. Ладно. Она уже есть, есть все. А что, какого рода информацию вы распространяете? Просто в общении, мы все общаемся. Но. Там военные, там наши, все. Ну, у вас есть по приговору, по вашему, да, вот я его не смотрю. У меня по приговору даже есть общение с ФСБшником. Даже с ФСБшником? Да, только этот ФСБшник, оказывается, был работник СБУ. Ну, это мое мнение. Так, может быть и был. Ну, все может быть, да. Но вы же, когда с ним общались, вы понимали, что это ФСБшник? Вы для себя думали, для что себя это ФСБшник? Для себя я понимал, что это СБУшник. То есть вы для себя понимаете, что это СБУшник, и сливаете ему позиции или как? Нет, позиции я не сливал. А что было? Я жаловался на военных, я жаловался на
на много чего, на государство, на президента, на мэра, на все. Там было все. Я мог жаловаться и на русских, мог жаловаться и на украинцев там, и так далее и тому подобное. Потом у меня на доме висел красный флаг. Еще год назад мы его повесили, ну, 2 года назад, уже на 9 мая. И он у меня просто висел, висел, потом кому-то это не понравилось, он, ясный фиг, заявил в СБУ и так далее. Ко мне то тероборона приезжала, то полиция, то еще что-то, все было нормально. В итоге меня скрутили потом уже на улице и упаковали. А статья у вас какая? 114. Как она расшифровывается? Распространение информации, не озвученной Минобороны. Так это ж либо позиции, либо передвижение. Да, вот у меня в приговоре написано, выдал позицию полигона, выдал позицию общежития, там еще какая-то фигня, не помню. И якобы меня поймали возле военкомата. Уже со съемкой, со всеми делами. Ну. Так а якобы или не якобы, это ж... Поймали, если возле военкомата. Фотки у вас должны быть какие-то в телефоне, или вы их куда-то передавали? У меня телефон вообще чистый был. До того момента, как я попал в руки СБУ. Естественно, фотографии мы друг другу разные пересылали. Это я взял с одного паблика, переслал в другой паблик. Опять же, как сказать, отношение к русским у меня не было такого, что они враги. Это тоже, наверное, свою роль сыграло. Опять же, я сам русский, я Донбасс. Я больше вот волновался за Донбасс, а не за саму Украину. Меня Украина как-то особо не держала. Чего вы туда не уехали? Чего вы туда не уехали? А туда никто не уехал. Не, ну вы волновались за, ну, я так понимаю, в вашем понимании Донбасс это не часть. В моем понимании Донбасс в 2014 году, если бы Донбасс отошел, просто даже он остался, мы тогда хотели, чтобы он остался в составе Украины. Вы же должны это помнить. Мы должны были просто децентрализация произойти, деньги наши должны были оставаться у нас в области, у нас не должны были тиранить за русский язык там и так далее. А потом вот видите, что за 10 лет произошло. А где это вот написано, то все то, что вы говорите? Где это написано, все то, что вы говорите? Где это можно найти? Ну, поднимите, ну, поднимите историю 10-летней давности. Как-то же люди ж ходили на референдум, чего-то же добивались. Понятно, там одни хотели в Россию, одни хотели децентрализацию, одни хотели остаться в составе Украины. Ну, Донбасс, он там более ближе к России был. А нам начали навязывать вот поднимаю историю 10-летней давности и задаю вам вопрос. Вот это вот бюллетень голосования. Покажите мне, пожалуйста, если что-то, какую-то децентрализацию, еще что-нибудь там в этом духе. Ну, не увеличивается. Ну, увеличивается. А, все. Можно обернуть телефон, еще будет лучше. Вот это вот бюллетень для голосования. Покажите мне, децентрализацию, что мы хотим с Украиной остаться, что-нибудь такое. Примите акт про державную самостоятельность Луганской. Ну, я за Луганскую не знаю. А они одинаковые. Они не трудились особенно менять. Там даже канделябрики одинаковые. Я вам сейчас Донецкой могу открыть. Ну, государственная самостоятельность. Но тут нет войти в состав России там, и так далее и тому подобное. Так где здесь остаться в Украине? Ну, у нас мнение было, что мы остаемся в Украине на тот момент. А на чем оно было основано? На разговорах, на общении. А, на разговорах. Да. Ну так, в принципе, я знаю, если сейчас сесть с бабушками под подъездом, ну, поговорить, еще будут вторые разговоры, третьи, четвертые. Я вам говорю, что этого не было. Это вот ситуация, которая отражена в этом бюллетене. Это то, конкретно, формально, за что голосовали. Вам не нравится, что я вам показал? Нет, я ничего Луганскую, не имею. Нате вам Донецкую, такой же бюллетень. Ну, получается подобный. То же самое. Ну. Но. Ну, в нем нет вопроса. То есть вы между собой говорили о том, что вы хотите остаться в Украине, только чтобы деньги остались у вас, чтобы не кормить, да? Вы же кормили всю Украину. Ну да, в принципе, так и получилось. Но, Донбасс же после того, как стал оккупированным, он наелся круто, да, я так понял? Ну, там, конечно, стало хуже на тот момент. А? Конечно, на тот момент там было хуже. Так а как же так? Все время кормили всю Украину, тут бац. Ну, опять же, по всем выкладкам получалось, что как только эта часть Донбасса отлетела, Украина потеряла примерно 30% валютного. Донбасс-то должен был озолотиться. Он не мог озолотиться, пока его бы не признали.
Это никак. Почему? И как, оторвалось пол Донбасса, пол Донбасса осталось, почему? Это черти что получается. Почему? Вы всех кормите, у вас так много всего, все такие работящие, вся Украина за ваш счет жила. И тут вот они отходят, ну, условно говоря, да, их оккупируют, и все, давай. Ну, живи, озолотись, можно сказать. А я только знаю, что шахты начали закрываться, предприятия начали закрываться. Ну, естественно. Начало их затапливать, никому оно нафиг не нужно. Естественно, многие люди начали разочаровываться, мы все это видели, все это знали. Да. Так, а как же ж так? Ну, так. Потому что так Донбасс на тот момент оказался между теми и теми, он никому оказался не нужен в тот момент. Как это России не нужен Донбасс оказался? Ну, его не признавали. Ни там, ни там. А-а-а. Россия тоже туда особо сильно не вмешивалась, чтобы его куда-то подвинуть, либо вправо, либо влево. Он просто завис в воздухе. А что Россия не вмешивалась? Ну, я не президент, я не в правительстве, я не знаю. Ну, вы осуждаете вот эти вот действия России? Я осуждаю то, что на тот момент все произошло не так, как все хотели. Угу. Вот только как все хотели, мы это не поняли. А в итоге все это вылилось. Да я даже не знаю, из-за чего, в принципе, эта война вылилась. Ну, мое мнение другое. Что те же НАТО, те же американцы двигаются в сторону России, естественно, Россия решает защищать свои территории. НАТО двигается в сторону России. Ну, если Украина бросится в НАТО, получается... Смотрите, Россия аннексирует Крым, да? Это таким образом, то есть НАТО двигается к России, потому что Россия двигается к НАТО? Ну ладно, тогда такой вариант. Примерно в 2013-2014 году англичане собирались в Крыму строить свои военные базы. Это что же не слухи? Англичане собирались в Крыму. Ну, насколько я знаю, Великобритания. Да. Найдите, найдите мне эту информацию. Это Google. Если надо, я вам Яндекс, конечно, нет, могу открыть. Потому что обычно эти статьи именно через Яндекс находятся. Только я вам могу сказать точно, что там ни одного доказательства вообще не было. Ну, доказательств, понятно, не было. Не будет. Так если вы основываете свои мнения на разговорах... Ну, я основываю свое мнение на СМИ. Да, давайте найдем. По крайней мере, эти темы муссировались тогда постоянно. Найдите, муссировались. Так. Тут просто вопрос в том, что... Ну, я много веду таких бесед, видите, мы с вами свободно общаемся. Я как бы один, а мнений, на которых вот люди основываются, очень-очень-очень много разных. Я не могу знать всего абсолютно, и поэтому я вот предлагаю всегда, найдите. Может, это правда, может, действительно. Ну, может. Но я почему-то думаю, что это неправда. Я почему-то думаю, что это какая-то статья. Возможно. Которая, может быть, где-то была. Доказательств, которые мы сейчас никаких не найдем. Да и статью вряд ли найдем. Так, ну тут 20-й. Почему здесь 20-й? 13-й, 14-й. Я же смотрю. Это же как бы дало моральное право, по вашему мнению, России вторгаться, аннексировать Крым. Вот давайте подумаем, что им дало такое моральное право. Англичане строить базы в Крыму собирались. Ну, по крайней мере, намеревались, насколько я знаю. Ну, найдите. Это же интересно. Хоть что-нибудь. Вот, пожалуйста, в Украине может появиться военная база Великобритании. Это Кулеба. В Украине может появиться база Великобритании. Дата. Военная база Великобритании. Ну, понял. Ну ладно, будем сейчас считать, уже что... у нас все что угодно может появиться, и я надеюсь, появится. Ну, на данный момент это уже не так. А я же говорю за. Вы же говорите за 13-14 год. Знаете, проблема в чем? Великобритания член НАТО. Ну, мы-то не НАТО. А мы не НАТО, все правильно. И никаких баз НАТО у нас в стране никогда не существовало. Ну, откуда муссировалась эта информация? Откуда муссировалась?
Ну так, тем более, в каких пабликах вы сидели, какие СМИ вы читали, что вы смотрели? Я смотрел все информацию СМИ, и нашу, и российскую, и иностранную. Я понял, вот где-то там и муссировалось. Потому что я брал, допустим, информацию отовсюду, и как-то ее складывал, у меня получалось свое личное мнение. Я не мог, вот прочитал я российскую, допустим, информацию, понятно, вот, а грубо говоря, и у нас то же самое, 80-90% это все пропаганда, что у них, что у нас. Каждый тянет в свою сторону, допустим, своего же читателя. Да. Это не так? Так. И вот из всего этого надо какие-то кусочки вычленять, ну, и пытаться проверить, где правда, где неправда. Вы вычленили кусочек, что Россия имела моральное право аннексировать Крым, потому что якобы Великобритания там собиралась поставить свои базы. Нет, это так? Я привел к тому моменту, что НАТО, допустим, они обещали не приближаться к территории России. Так. В итоге что они сделали? Ничего. Прибалтика НАТО, Польша НАТО и так далее и пожалуйста, тому подобное. Прибалтика, но... Польша, Финляндия, ну, но Швеция. Они когда-то же договаривались, что... Украина здесь, при мы распаде, здесь при чем? При распаде Советского блока у них был договор... НАТО не продвигается в сторону. Вы вообще оправдываете российскую агрессию Шабяпова? Я ничего не оправдываю. Ну, просто, я вам говорю просто мое говорите, мнение, из-за чего они этим начали заниматься. Так не, ну так страны Балтии вы приводите, Польшу, еще что-то. Украина здесь при чем? Украину точно так же натравили на Россию. Украину натравили на Россию, и мы направленные на Россию, как бы, то есть... Мы сами виноваты, что Россия пришла и аннексировала Крым. Нет, при чем вы? Ну, Украина, я имею в виду. Ай, как бы вам проще сказать. Давайте проще. Мое мнение, что англичане, американцы, грубо говоря, начали Украину настраивать против России. Да, в чем это проявилось? Просто до 2005-2010 года не было такой агрессии со стороны украинцев в сторону русских. Я этого не замечал, сколько я туда ездил. Они просто смотрели, говорят, что у вас там творится? Почему вы такие злые? Что мы вам сделали? А еще не было ни Крыма, ничего. Угу. Это и вот начало 2000-х. Вот смотрели, смотрели. Почему вы такие злые? Что у вас там и творится? Давайте аннексируем Крым. Да? Ну вот вы опять подводите Крыму. Я не знаю, почему они не аннексировали Крым. Я подвожу вас к фактическому действию. Я не знаю, почему они аннексировали Крым. О, я не политик. Это вот все разговоры про то, что там кто-то кого-то натравливал, какая-то злоба была, да? Ну, я вам просто же говорю мое мнение. И все. Это мое личное. Донбасс. Зачем Россия вторглась на Донбасс? По бумагам они пошли на помощь Донбассу. А что там на самом деле, я ж не знаю. Просто, понимаете, некоторые моменты, они пошли на помощь Донбассу раньше, чем Донбасс, в принципе, мог бы попросить эту помощь. Ну, например, Гиркин Стрелков, да, который зашел... Ну, когда они просили этой помощи, еще не было в 14-м. Не, он зашел в Славянск. В Славянске вообще никто никогда не просил помощи и до сих пор никто не просит. Ну, так зачем они это делают? Ну, это вы не у меня спрашиваете, это вы не спрашиваете. Давайте я вам военного российского поставлю. Сейчас открою Америку. Война началась давно. На Донбассе конкретно она началась в 2014 году. И там воевали не только ополченцы, так называемые, и русские добровольцы, соответственно, один из которых был я, но и Министерство обороны Российской Федерации. Мы хоть и говорили, что наших войск там нет, но все те успехи, которые ополчение Донбасса понесло в 2014-2015 году, это заслуга российской армии. Ну это все знают. А это все знают? Да. Министерство обороны. Я думал просто вы... Нет, ну не может человек вылезти из шахты, взять автомат, гранатомет, танк и погнать всю армию, блин, страны. Я вас все очень просто спрашиваю, зачем Россия вторглась... В Крым, ладно, Крым, вы сказали, не знаю. Дальше идет Донбасс. Вот вы говорите, Донбасс, защита, проблемы какие. А были эти проблемы до того, как Россия туда вторглась? Допустим, были у Донбасса проблемы до того, как туда пришла Россия? В чем-то были, в чем-то не было. В
чем-то, это в чем? Ну, допустим, нас называли депрессивным регионом, раз. Хорошо, вас опять называли же, депрессивным регионом, а вы называли, что нет, вы всех не кормите. Это, я вас не Закарпатье тоже называют как-то по-своему, Львивьян называют как-то по-своему, да. Волыняк называют как-то по-своему. Всех называют как-то по-своему. Я говорю о проблемах. Когда люди гибнут, понимаете? Нет, ну до этого люди-то не гибли, все было нормально. Я же вам и говорю, до того, как пришла Россия, у вас были какие-то серьезные проблемы? Не детский сад, первый нет, класс ну, само собой называли, а проблемы именно были? Мелкие, это не считается. Нет, не считается. Они есть везде, у всех всегда и были и будут. Я говорю, серьезные проблемы были у вас? Серьезные проблемы были. Единственное, что у нас не хватало денег на развитие в нашем регионе. Это я точно знаю. Все. Это то, что меня касается. Вы думаете, в других регионах хватало денег? Нет, ну мы-то зарабатывали для этого все. А другие не зарабатывали? Ну, допустим, взять западноукраинские области, они меньше зарабатывали у себя внутри. Но они получали дотациями больше, чем, допустим, возвращалось в Донбасс. Ну и опять же, вот тоже нам очень не нравилось. Не готов, многим. Не готов об этом говорить, знаете, ну, почему? Я... Потому что, опять-таки, Донбасс ну, это то же самое, да, а западные ладно, области ладно, как жили, так и живут. Я вам проще скажу, вот то же самое, просто взять Донбасс. Ну. Вот. Работает вся область, правильно? Да, работает. Заводы есть в Краматорске, заводы есть в Донецке, заводы есть в Мариуполе там, и так далее. Да. Но, вот, собрались... А сельское хозяйство, ну, туризм слушайте, тоже. Ну, понятно. Ну, а собрали мы эти деньги, вот, допустим, область, да. Отдала их в Киев. Киев там какую-то часть вернул денег обратно в область. Я понял. Правильно? Да. Но почему-то развивался у нас Донецк. И Донецк у нас был самым быстро развивающимся регионом. А другие города с такими же заводами, даже больше, чем в Донецке там, и так далее, мы просто сидели в жопе. У нас за 30 лет построился один дом, пол дома. Где? В Краматорске. За 30 лет построили пол дома. И то уже... Знаете, я недавно был в Краматорске, года. Нормальный город, там детские площадки, спортивные площадки, дорогу сделали. Да, все это я нормально. Все знаю. Я же говорю, за 30 лет у нас из жилого фонда построили пол дома. Я понял, эту проблему мы нашли, ее эту проблему, да, то есть она тоже была, мы это признаем. Я говорю, до вторжения России, до того, как она зашла на регион Донбасс, ну вы же все время говорите о том, что вы были там недовольны Украиной и так далее, и так далее. А после того, как зашла Россия, началась война, начались, ну, люди начали гибнуть. Вот до того, как зашла Россия, вторглась на Донбасс еще в 2014 году, были какие-то серьезные проблемы? Если они были, то я их не замечал. Мы можем тогда подумать над вопросом, а кто же виноват в том, что начались такие проблемы? Ну, допустим, для меня американцы виноваты. То есть Россия вторглась, а виноваты американцы? Нет, ну Россия вторглась, допустим, я так считаю, что из-за того, что к нам пришли американцы. Вот смотрите, изначально мы-то славяне, мы были ближе, допустим, к России. Славяне, хорошо. Куда пришли американцы? К нам, в Украину. На Донбасс к нам приехали? Ну почему у нас появилось желание идти в НАТО? У вас американские танки ладно, заехали, причем я вам не об этом говорю. Они начали продвигать свои идеи и так далее. Там. Вот недавно я смотрел видео по украинскому телевизору. Журналистка, я не помню с какого канала, разговаривала с представительницей с прибалтийских стран. И вот та ей на полном серьезе рассказывает. Страны Балтии. То есть Латвия или Литва, вот не Эстония. Я просто не помню, какая страна. И она ей на полном серьезе, вот вы боретесь, вот она ей говорит журналистке на всю Украину, вот вы боретесь за идеалы американской демократии. Это я реально слушал. Дальше, вот я не помню там весь разговор, но это мелочи. И в конце журналистка спрашивает, а что нам за это? Ну вы делаете, а мы потом посмотрим. Вот как это объяснить? Вы понимаете, вы настолько превратно воспринимаете информацию. Ну да, я враждебно воспринимаю любую информацию. Субъективно воспринимаете информацию, и плюс еще и несколько враждебно воспринимаете информацию с украинского телевизора. Не только с украинского. Мне как-то комментировать те слова, которые вы услышали и мне еще и пересказали, это будет не слишком целесообразно. Ну, понятно. Потому что я не совсем не уверен, что вы правильно передаете цитату. Ну, возможно. А то, что мы боремся за демократию, в принципе, да, в принципе, то есть за идеалы демократии, ну да. А что вам не нравится в демократии?
Мне вообще до одного места это демократия, если честно. Вам нужен царь-батюшка? Нет. Да, меня это тоже не испортит. Я воспитан совсем другое время, у меня совсем другие дела. Вы понимаете? За Советский Союз, правильно? Ну, скорее всего. Вот. Да. Поэтому это биологически зараженная муха была. Ну, знаете, что у нас готовят таких биологов? Пусть готовят. Я не только за это слушал. Ну, знаю, но вы верите. Я в курсе и про комаров, и про муравьев. Все это ясно хер, что это бред. Все это муссируется везде. В смысле? А если я сейчас специальной программой активирую, она оживет и полетит? Ну, поверите? Обязательно. Это же на андроиде муха. Да, у нее еще там видеокамера, я видел. One UI 9. Видеокамера есть по-любому. Нет, ну, смотрите, вы адекватно рассуждаете, что биологическое оружие, все это реально бред. Так? Ну, естественно. Так, а что ж тогда не бред? Ну, вы, хорошо, вы на идеалах Советского Союза, да? Ладно, давайте по-другому. Вот вы сейчас мне задаете вопросы. С вашей точки зрения, почему Россия напала на Украину, почему Россия отжала Крым? Россия имеет имперские амбиции. Ну, это всегда было. Ну вот, и, собственно говоря, вот вам и объяснение. Россия не будет считаться ни со своими людьми, ни с чужими людьми, ни с нашими людьми. Она будет бросать на мясо своих солдат. А солдаты такие, которым демократия не нужна тоже, они будут идти и будут гибнуть. Нет, и ну, будут смотрите, убивать. Почему, и каждый раз, когда я буду с ними разговаривать, ну вы же меня спросили, то давайте я вам уже объясню. И каждый раз, когда я буду с ними разговаривать, я достаточно с ними поговорил, они будут говорить, мы люди маленькие, от нас ничего не зависит, нас отправили, мы пошли. Они тоже, им тоже не нужна демократия. Да? Им нужен тоталитаризм. Им даже, может быть, где-то это нравится, что их отправляют, и они просто идут, как вот мясо, да, в чужую страну. А имперские амбиции, в частности, России и Путин, потому что как олицетворение этих амбиций, ну, проблема вся основная, конечно, не в нем, а в принципе во всей, во всем народе, что весь народ уверен абсолютно, что они имеют право идти в Украину, в страны Балтии, в Казахстан, в Польшу. Короче, им все надо вечно захватывать. При этом четверть своей страны не газифицировано. При этом, ну, если так сейчас просто посмотреть пейзажи, которые в России, да, то понятно, что им есть чем там заниматься. Ну, импортозамещение как-то не сильно работает у них, да, и куча проблем теперь у них, связанных с санкциями, с экономикой и так далее, и так далее, и так далее. То есть страна, в которой люди сами по себе живут не очень хорошо, да, и которой надо заниматься своими людьми, она зачем-то идет в чужую страну для того, чтобы развязывать войны. Вот зачем. А это почему? А это потому, что есть имперские амбиции. А это потому, что плевать, как у них будут жить люди. Вообще наплевать абсолютно, как у них будут жить люди. Потому что самое главное идти что-то там где-то захватывать. Вот если соседи начинают жить лучше, чем они, это вообще супер повод пойти и что-нибудь там захватить, повоевать. Ну как это так? Это ж проще отправить людей на мясо, чем устроить этим людям нормальный социальный уровень жизни. В принципе, смотрите, в 91 году, когда был Карабах, все дела, мы тогда служили. Мы все были готовы бежать защищать Родину. Это было без разговоров. Это было как положено. Ну да. Нас так воспитывали. Ну да. И опять же, мы давали присягу. Это уже тоже вопрос не обсуждается. Не обсуждается. В принципе, если вы военный, допустим, вы тоже все это знаете. Нет, я не военный. Нет, ну грубо. Вы давали присягу, вы должны ее выполнять. Приказы обсуждаются, а ясно фиг, что потом уже. Не, это зависит, ну, грубо. Это зависит от устава. В основном. Не, не. Мы сейчас говорим о совсем разных вещах. Нет, я про солдат, которые пошли на войну. Вы говорите опять-таки, я говорю о демократическом обществе, вы говорите о тоталитарном. В тоталитарном приказы действительно не обсуждаются. Ты солдат, тебе скажу, с 15 этажа прыгни, бери и прыгай. Все, приказ не обсуждается. Потом там можешь на кого-то пожаловаться, да, и так далее. В демократическом обществе нет. То есть явно преступный приказ ты можешь не выполнять. Ну ладно, давайте другой вариант. Тот же 14-й год, тот же Майдан. Прекрасно. Давайте. Ну вот, если бы, допустим, Януковича хватило мозгов не допустить вот этого всего, что там творилось в Киеве, этих расстрелов, обстрелов и так далее. Кто-то ж кого-то ж на кого-то натравливал, и он все это допустил. Кто-то ж кого-то ж на кого-то ж натравливал. Я не понимаю, какое отношение наш Майдан имеет к нашему разговору про вторжение России. Он же у нас был, этот Майдан. Ну вот бы мы и разобрались бы. А теперь смотрите, какая хорошая ваша Россия там не выродилась. У нас проблемы в стране. У нас
один президент убежал, второго выборы еще не прошли, то есть вертикали власти еще нет. И тут этот вот народ, который называется типа братским, заходит и аннексирует часть нашей территории. Когда у нас, ну, некому, по сути, принимать решения по обороне, это братский народ. Вы мне говорили про какие-то законы, там, договора, да, кто-то что-то кому-то писал. А Будапештский меморандум, знаете, что такое? Там, где Россия подписалась, что мы передаем ядерное оружие им, свое мы отдаем. Да, Украина передает, да. И Россия, А Россия не просто не имеет права на нас нападать, но еще и должна защищать нашу территориальность. Знаете? Знаю. Что вы по этому поводу скажете? По моему поводу я сейчас ничего не скажу, потому что у меня мало на эту тему информации. Россияне будут думать, что они сейчас защищают Украину, допустим. Ну, я вам говорю то, что я хочу сейчас выразить. Ну, они считают Украину своей, Россия. И поэтому, давайте так. И поэтому, то, о чем я говорил, это имперские амбиции. Ну, они всегда были, Россия всегда удерживала свою территорию. Ну, понятно. Тут, когда есть две таких позиции, мы считаем, что мы воюем за свою землю, и мы реально за нее воюем. Да, чтобы за своей земли все это. Да. А они считают, что наша земля их, то тут, понятно, Рубикон — это только война. Тут вариантов нет. Но когда вы говорите, что они думают, что они защищают, вот тут мне хочется послушать. Нет, ну, допустим, проще. Я же опять же вам говорю, что я воспитан немножко в другое время. Тогда у нас было все одинаково. Россия, Украина, Казахстан, Киргизия, все. Это она считалась одним домом. Ну да, понимаю. Вот. И по сей день я все так считаю. Для меня и тот же Казахстан, и та же Прибалтика, это все то же самое. Но вы же не переносите... я не сказал бы, что я остался в том времени, но, допустим, мое мировоззрение осталось такое. Осталось в том времени. Да. Ну, то есть вы не заметили распада Советского Союза или развала Советского Союза? Мы стали злее, мы стали жестче, мы стали беднее. Это я очень заметил. Вот. Да, но опять же, если у тебя есть, возможности, если у тебя есть мозги, ты выживешь, вы расшевелишься и так далее. Но я помню, как мы выживали в 90-е, когда у меня родились дети, а мне их кормить нечем было. Я вместо учебы пошел работать туда, туда и туда. Все знают, что такое 90-е, послушайте. Но Советского Союза не стало. Да. Да. И если вы считали, что все-таки... Ну, я уже за вас как-то додумываю, да? Типа вы считаете, что Советский Союз он как бы остался, и центр управления в Москве, и, соответственно, все, что было раньше в Советском Союзе, должно принадлежать Москве, они имеют на это право. Так, нет. Типа? А почему? Как? Москва должна иметь право на все. Я не знаю. Я попытался. Нет? Ладно. Ну опять же, мы были одной семьей. А теперь мы все пересрались, разбежались. Прекрасно. Ну, а что в этом хорошего? Вы поругались со своим родственником, и потом с ним деретесь. Хорошего? Ну, опять-таки от себя могу сказать, что хорошего в том, чтобы не быть с такой семьей, с которой мы были. Да? То есть можно иметь... плюс-минус уверенность, что нам никто не устроит какой-нибудь очередной голодомор, например, искусственно созданный. Или что наших людей не начнут мобилизовать, потому что царю-батюшке, этому фюреру-батюшке в Москве вдруг вздумается, что нужно пойти повоевать еще с какой-нибудь другой страной, что в Советском Союзе постоянно происходило, и после Советского Союза тоже постоянно происходило. Но мы не хотим так жить. Вот что хорошего. Мы, понимаете, мы ментально европейская страна. То есть европейские страны давным-давно, да, они тоже там все между собой воевали, все всегда с друг другом воевали, да. Но уже довольно давно европейские страны как бы устаканились в своих границах, и каждая страна и все граждане думают о том, чтобы просто нормально налаживать жизнь в своих странах. То есть никто уже никуда не бежит, никто ни с кем не воюет, никому уже ничего не надо, все нормально. Да? Вот и мы тоже так как бы хотим. Да? Воевать вечно нужно только России. Вот им нужно что-то там доказывать. Причем где границы их желания все вокруг себя отвоевать, я не понимаю. Вы понимаете, где закончится имперская амбиция? Там же, где и были. Где? В пределах бывшего Советского Союза. А страны соцлагеря? Ну, бывшего? Ну, навряд ли они туда пойдут. Ну, почему? Разве что, вот как сейчас вот будут выборы с президентами, они будут брать в сторону России только в таком варианте. Ладно, это высокие материи. Mm. Скажите, а вот не проще было бы на вашем месте
уехать в Россию жить? Я жил в Донбассе, и меня это устраивало. Но вы же выставляли советский флаг. Не советский. Ну да, советский. Советский. Но это флаг был, флаг победы, и все. Ну, советский. Это флаг. Не было. Ну, когда ко мне пришли полицейские, они начали копаться. Опа, комсомольский билет, это запрещено. Я говорю, вы что, сдурели? Вот тут серб, там чей-то герб, там, ну, и так далее. Не ладно, надо, я говорю, а военный билет, он же что же говорю, красненький, с гербом, а это можно. Это личная коллекция, конечно, можно. Нет. Я говорю, это все, это моя память, да, я был комсомолем, да, это нормально. Конечно. Вот у меня со мной сидел товарищ, он, ну, у нас коммунистом запрещено. Был, и его из-за этого тоже ему прицепили, что он был коммунистом до 2008 года, по-моему, там, ну, молодой парень. Пока ну, комсомольская партия существовала, то можно было быть коммунистом. Нет, ну ему и это вменяли. То, что там, у вас такое. В личной коллекции, это в личной коллекции. У нас запрещена пропаганда нацистского тоталитарного режима и советского, коммунистического тоталитарного режима. И того, и того. Ну, да. То есть, как только вы начинаете это открыто пропагандировать, вы попадаете под ответственность. Ну, то есть. Да я не об этом даже. Я о том, что вы, ну... А, вы вывешивали это как флаг победы. То есть, ну, вы... естественно. Но вы при этом все же говорите, что вы, ну, в вашем сознании как бы остался все равно Советский Союз. Угу. И при этом вы говорите, что вы не как бы не украинец, а житель Донбасса. Ну, я гражданин Украины, но Донбасс мой дом, все. Мне проще с Донбасса было съездить в Украину, в Россию куда-то поработать, там еще куда-то, но не вглубь Украины, понимаете? Уже как с вами тяжело, я уже честно говоря, я не... Вы гражданин Украины? Да. Ну, а Донбасс это часть Украины? Часть Украины. Заходит соседняя страна, заводит туда вооружение свое. Вы сказали, что это все знают. Да? Вас это не смутило никак? С какой-то стороны, возможно, и смутило. Ну, но вы поддерживаете? Ну, можно было. Я не понимаю просто, зачем было именно вооруженный конфликт устраивать. Всегда была возможность договориться. А все покатилось после 2006-2008 года, по-моему. А что там случилось? Ну, началась настройка, вот именно вот, Украина не любит Россию. Откуда все это взялось, я не знал. Очень часто мне все это просто приходилось слышать. И это как бы не очень приятно было. Со времен коллективизации, раскулачивания, запрета украинского языка, что было еще до, еще при империи, потом при Советском Союзе, потом Голодомор и много чего другого. Ну, вот там, с этого времени мы не любим Россию. Не знаю, пока, вот я же говорю, начало 90-х, 2000-х, все было нормально. В начале 90-х вы сами сейчас говорите о том, что люди выживали. Ну, ладно, 2000-е тоже все было нормально. Не было никакой озлобленности, хорошо, никакой давайте, злобы, чтобы я люди понимал, ездили. В чем работать? Проявилась озлобленность в 2006-2008? В чем она проявилась, эта озлобленность? Ладно, допустим, начали гнобить русский язык, но это уже как мем уже считаем. Началась какая-то, я не знаю, откуда это бралось. Вас гнобили? Меня лично не гнобили, но пошли вот эти вот законы и так далее. Опять же, все друг друга начали настраивать против русских. Против, даже не против русских, а против русскоговорящих, допустим. У нас и такое кто было. Кто настраивал? Я не знаю, кто это делал. Вас, говорю, гнобили? Меня не гнобили. Давайте, тут два человека сидят сейчас в этой комнате. Меня не я гнобили. Я и вы. Меня вас не гнобили, я общался вам со всеми. Вам запрещали одинаково русский язык? И мне не запрещали. Mm-hmm. Про что вы, черт подери, тогда говорите? Проще. Вчера мне уже Фарион общаемся один спрашивал. Давайте, вы сразу, давайте, переходите к Фариону. А, нет. Нет? Она полубольная, это неинтересно. Спасибо. Мы со многими вот до, допустим, опять же, до 2005, до 2010, я общался со всеми вот в Украине, нормально, все, мы друг друга любим, я с Донбасса, ты там с Западной Украины, все отлично. После, вот, примерно после 2007-2008 года начинается, то вы москали, то вы то, то вы все. Чего всегда, ты все это берешь? Всегда можно было услышать в западной части Украины, нет, про русскоговорящих москали. Всегда. И в 90-х, и в 2000-х. Конкретно Западная Украина, да. Но когда началась засыпаться уже с Киева, вот с тех районов, я уже просто этого не понимал. Мы-то вроде как все одинаковые. Это сыпалось с тех районов, или вам это приносили? Нет, это мы так общались. Вот в том же
Фейсбуке там, и так далее, и тому подобное, в тех же Одноклассниках, там, ну, во всех соцсетях. Оно все это бросалось в глаза. Вы знали этих людей, которые вам это... Нет, писали? Я их не знал, мы просто общались. Вы не подозревали, что это ольгинские боты могут писать? Все возможно. Ну, то есть, нет, то есть ну, просто, это вот, сейчас допустим... не шутка вообще. То есть реально россияне для того, чтобы раскачать ваш регион, настроить против остальных регионов, могут писать со своей Лубянки сраной, вам же, о том, что вы какие-то плохие. Вы лично это видели? Вы приезжали в Киев, во Львов, куда-нибудь приезжали? У вас были какие-то проблемы? Вам кто-то говорил, что вы москаль? Мне нет. Кому говорили? Нет. Кому говорили? Я просто, ну я всю Украину съездил вообще вдоль и поперек, диагонально и как угодно, сколько угодно раз. Ну я нигде этого не видел. Нигде это не видел. Чтоб кто-то приехал в Киев, общался в Киев, тем более еще в 2008 году, ему сказали, что ты москаль. Ну, вот я с вами говорю то, что я встречал, переписка. Переписка. Я говорю, мне это не нравилось, допустим. Конечно, вас настроили. Нет, ну как я его знаю? Я с ним познакомился в интернете, вот мы общаемся, там все, мне понравились его публикации, ему понравились мои там общения. И тут он вам, а ты такой, ты москаль. Нет, не конкретно ты, а вот вы там такие-то там и так далее, все подобное. Но оно сцепляет, обижаешься на это. Короче, понятно. Все ясно. Вас это зацепило где-то там в соцсетях, вы начали видеть, что одни регионы Украины как-то... Просто начинаешь на это обращать внимание, и все. Раньше ты до этого не обращаешь. Я вам, знаете, еще одну вещь такую скажу, возможно, она имеет смысл. До 2006-2008 года и соцсетей-то, собственно, не было. Почему? Ну, а какие? Ну, как они называются-то? Нет, Одноклассники были. ICQ? ICQ было, а там конкретно общались. Тот же Skype. Skype был. Ну, нет, ну что-то такое. В Skype еще, возможно, было. Ну, оно не так было еще видео, просто развито. Ну, кто то есть, как. Ну, я по Skype мы конкретно любили общаться. Ну, на политические темы я просто не помню, чтобы до 2006 года кто-то в соцсетях вообще общался на политические темы. До 2006, я же говорю, практически ничего такого не было. А вот после этого все посыпалось. С развитием соцсетей, то есть, да? Знаете этот мем? Это не про вас, это мем такой. Фотка человека, типа, пока не было соцсетей, только твоя семья знала, что ты идиот. Ну да. Ну вот, а когда сети активно развились... Это все то же самое, вот как бабушка сидит, да. ой, надо бежать соль покупать, спички. А что случилось? Вот в газете написали. А если в газете написали, значит это правда. Вот так они считали. Ну да. Ну да. Вот. Те же соцсети, они заменили газеты. Вот 2008, 2009, 2010 год активно начинают пользоваться все больше и больше и больше. То есть, если это были десятки тысяч, то это становится сотни тысяч людей, миллионы людей становятся пользователями соцсетей. И, естественно, туда проникает куча разных мнений. И об этом начинается развитие. То есть, я думаю, это больше связано с развитием соцсетей, нежели с тем, что... Ну, и опять-таки... А вот еще смотрите, опять же, вот вы говорите так. Последнее время вот я общался, допустим, в том же Фейсбуке. Как только я скажу что-то такое неправильное, допустим, об Украине, не обидное, но что-то там правдивое, нет, по моему тут мнению. Нужна конкретика. Просто меня резко раз заблокировали. Тут нужна конкретика. Тут нужна конкретика. Но если меня начинают гнобить, обзывать и так далее, я пишу жалобу. Этого человека не блокируют. Почему так получалось? Вот. Я вам могу рассказать с точностью да наоборот. Ну, вот опять меня же, в Фейсбуке видите. Заблокировали последний раз наглухо и полностью за пост о том, что я назвал россиян как-то не так, как вы выражаетесь. И меня заблокировали вообще вот полностью. Это меня удивляет. Канал на 100 тысяч подписчиков, вот это даже плюс больше, такого не заблокировали. Я после этого, я так больше что? В основном общался на Пикабу. Там... Как-то вот не было вот этой враждебности, не было ничего. Там спокойно люди обсуждали свои проблемы. Ну, я понял. Там, ну, в общем, и так далее. Да, в общем, враждебности, все такое прочее. Вернемся к основе. Ну, просто интересно понять. Россия начинает вторгаться, военное вторжение начинает в Украину еще в 2014 году. Потому что? Американцы настроили? Опять же вам говорю, это мое мнение. Не, ну оно, вы реально при нем остаетесь? Что Россия вторглась, потому что американцы как-то тут украинцев настроили? Ну, процентов на 80, я так считаю. Так вы остаетесь? Что,
именно американцы начали лезть именно в нашу страну, как-то командовать нами, спонсировать нас. Я не знаю, ну вот как вам это объяснить. Ну, по моему мнению, в основном во всем виноваты именно американцы. То есть и это давало моральное право России заходить к нам на танки? Ну, я уже не могу это решать. Не, ну, моральное право начинать войну вообще никому никто не дает. О, ну то есть вы осуждаете все-таки российскую агрессию? Естественно. Понятно. Я просто к тому... Виноват всегда тот, кто нападает. Россия виновата. А победители потом уже не судят так же, что правильно же? Так. Я просто к тому, что начали там американцы с кем-то, кто-то, что-то. Россияне тоже вечно с кем-то, кто-то, что-то. То есть есть аффилированные с россиянами политики, есть аффилированные с американцами. Та же самая ситуация с Сирией. Вот пришла туда Россия, Сирия, правительство начало побеждать. Там думают точно так же, как я, допустим, об американцах. Там люди думают точно так и о России. Все то же самое. Я Сирию не хочу трогать вообще. Нет, у нас есть тут свои, мы тут в своих трех соснах, да, блукаем, чтобы еще сейчас Сирию брать. Ну, агрессию как таковую российскую вы осуждаете? Я любую агрессию осуждаю. И не поддерживаете? Давайте еще раз к делу к вашему вернемся. Давайте. Что же конкретно там было все-таки? В моем деле написано, выдал позиции работнику ФСБ. Ну так передавали вы эти позиции? Этому не работнику ФСБ, я так понимаю, вы его думали, ну неважно кому, вы передавали позиции или нет? Можно сказать, что и передавал, но там никого не было, допустим, на этих позициях, это раз. Во-вторых, зачем? Никакой военкомат я не фотографировал, это два. Да нет, ну военкомат, ладно, бог с ним, позиции зачем вы передавали? Если вы осуждаете агрессию, если вы не поддерживаете здесь Россию. Ладно, вот мы с вами общаемся. Но. Вот в этом, как он называется, в Телеграме, допустим. Я говорю, вот у меня там лупануло, блин. Где? Там. Конкретно где? Там. Все, пожалуйста. Я сдал позицию. Я даже не хочу сейчас брать ваш приговор, читать, чтобы не затягивать эту всю историю. Я думаю, что было еще что-то. То есть, ну, возможно, было, может, еще что-то. Не так все просто. Как мы разговаривали с прокурором, он говорит, ну, если бы у тебя ничего не было, тебя бы не взяли, правильно? Я говорю, ну, конечно. Ну, правильно. А учитывая весь тот набор противоречивых факторов, уживающихся у вас одновременно, то есть, это... Ну, вы на обмен хотите? Естественно. А сколько срока у вас? 5. Всего лишь 5 лет? 5-3, я же говорю, ну, у меня понятно, ж ни хера. Понятно. У меня минималка. Ну, а в России у вас родственники? Да. В России у вас родственники. Ну, обратитесь, пусть заберут вас. Чего? На обмен пусть отдадут украинца нашего. Нормальная история. Ну, я думаю, что от моих родственников есть заявление. Я думаю, что от моих родственников там уже есть заявление на обмен. Ну, не знаю, я не знаю, есть оно или нет. Опять же, вот смотрите еще. Я, когда мы разговаривали с прокурором еще год назад, грубо, он говорит, так, ты на обмен согласен? Я говорю, да, согласен. Ну вот смотри, вас обменяют, там, тогда я еще не помню, как оно там все происходило, с вас снимается судимость, но она как бы остается, то есть, если вы что-то совершаете, вам это, ну, это он говорил с этим условием, что вы, говорит, можете вернуться обратно в Украину после обмена. Говорит, ты бы хотел бы домой в Донбасс вернуться? Да, я говорю, я бы хотел бы, но я говорю, не приеду. Я приеду, у меня опять гранату в карман засунулся. Ну, 80% ты ее получишь. Либо ты будешь сидеть тихо где-то дома, и никто тебя не будет видеть. Ну так, то есть мне придется, опять же, если нас сейчас обменяют, если когда-то будет возможность вернуться домой, мне придется ждать, пока все это перевернется, перекрутится, перетопится. Посмотрим. Я точно не знаю этого механизма, просто потому, что этого не происходит. Да. Я уже, может быть, четыре месяца работаю вот как раз по вашим вот статьям с людьми, да, публикую это все. Я думаю, уже около сотни интервью уже есть у меня таких. Если бы кого-то из этих людей забирали бы на ту сторону. Нет, сейчас да, никого не забирают. И происходили обмены, я бы мог бы что-нибудь здесь как бы-то с вами поговорить, что-то рассказать. Я не знаю, не забирают людей.
То есть я до конца даже не понимаю этот механизм, о котором вы говорите. Как по мне, то, конечно же, люди, которые идут на обмен по собственному желанию в РФ, должны лишаться украинского гражданства. Это... А вот там как раз было. Этого не происходит. Мы, ну, по крайней мере, вот то, что мне объясняли, гражданство мы не лишаемся, документы с нами наши остаются. То есть попадаем мы в РФ, это уже наше решение. Либо мы берем российское гражданство, либо мы возвращаемся в Украину. Но это было вот год назад, что он мне объяснил. Это просто, знаете, как пробел в законодательстве. Значит, нелогично. Я не знаю. Вы ушли туда, и что, хотите остаться при украинском гражданстве? Как? Там условие было такое, что меня меняют, вместо меня еще возвращается кто-то другой. Украинец. Да. Который украинец-украинец. Да. Да. И я при своем желании могу вернуться обратно. Наверное, можете. Вот. Я же вам говорю, наверное, то, что можете. Мне объясняли. Наверное, можете. Но я захоти, я сейчас, вот, допустим, прошел обмен, да, реши я вернуться обратно домой. Я возвращаюсь домой, через месяц, два, три, опять окажусь здесь. Может быть. Вот. Все зависит от того, что вы будете делать. Вот. Все зависит от того, что вы будете делать. Точно так же у нас происходило вот буквально. Я думаю, знаете, году. Этот разговор не имеет смысла, потому что вас просто не выпустят из России. Возможно и так. Да это 100%. Они что, вас заберут на обмен для того, чтобы вас выпустить сюда? Нет, может быть, выпустят с каким-то агентурным заданием? Это бессмысленно. Да? Ну, если мы выходим, мы уже в любом случае под каким-то приглядом будем в Украине. Может быть, все равно. Ладно, разговор решенный, так, по большому счету, какого-то смысла особенного. Обращаться вы не хотите, вы думаете, на вас уже там написали. Сколько вы сидите уже? Полтора года почти. Статья, напомните, какая? 114. 114. Полтора года вы уже почти сидите, 5 лет вам дали. 5,5. 5,3. 5,3. Ну что ж, ну, может, и заберут. Я бы этого хотел, по крайней мере, чтобы забрали. Ну, вы же типа для них свой, да? Нет, ну я же не буду говорить, пожалуйста, заберите меня отсюда. Почему? Если Владимир будет... Владимирович, обратитесь, скажите. Ну, нет, я занижаться не собираюсь. Если будут менять, будут менять. Не будут менять, значит, будут сидеть, что делать. Ну, так считайте нужно. Все, благодарю вас за беседу. Если хотите, может быть, что-нибудь еще сказать, можете сказать. Может, от себя что-то хотели, а я вас не перебил. Нет? Ну, все. До свидания.